Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Если помните, какое-то время назад вместе с вами мы сеяли петунии. И сеяли мы их с вами в лоток, в грунт из-под торфоперегнойных таблеток. И вот посмотрите результат работы. Вы же должны оценивать, получилось, не получилось. То есть должны видеть результаты. А вот здесь, где больше всходов, тут мы с вами сеяли петунию в гранулах. Вот эти вот пакетики, такие красивые махровые сорта, по 10 штучек, там было по 10 семян. Дороже, конечно же, чем обычная петуния, вот такая вот синяя с белым. Здесь семечек было много, очень много, стоило оно 25 рублей. Вот этот я уже даже не вспомню, по 75 что ли пакетик был. Но посмотрите разницу во всходах. Большое количество семян, и вот посмотрите, прям, ну, совсем чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь вот восьмой немножко так вот он плохо себя совсем чувствует. Семь семечек, которые вошли. И те, что я сажала в гранулках, у них схожесть, ну, можно сказать, стопроцентная. Еще немножко, и я буду их пикировать. Так что... Я уже говорила, да, эту пословицу, скупой платит дважды. Больше я не буду покупать вот такие вот недорогие петунии из-за того, что в них много семечек. Не хотят они расти никак. А вот гранулированные очень даже хорошие. До сих пор я их держу вот так под крышкой. Импровизированная тепличка. Открываю, конечно же, проветриваю, чтобы вот этот конденсат испарялся. Но они стоят у меня на солнечном окне, и, как видите, под крышкой здесь достаточно много влаги, и они чувствуют себя очень хорошо. И еще я хочу сказать, что я свои петунии, вот эту рассаду, поливала только один раз. То есть вот так вот под крышкой, как раз таки круговорот вот этой воды, она оседает на крышке, и дальше, когда холодает, вечером, когда солнышко уходит, все эти капельки капают назад. И таким образом влага в петуниях есть всегда. Это все, что я вам хотела показать в этом видео. Благодарю вас за внимание. Дерзайте, сейте. Желаю вам дружных всходов. Ну и, конечно же, затем яркого, буйного и продолжительного цветения ваших красавиц. Еще увидимся. До новых встреч на канале Дела Огородные ТВ. Обязательно покажу, как буду высаживать эти растения в грунт. До свидания!